Левую руку накидываю на его шею, правую ногой перекрываю, левую ногой держу корпус. Левую руку просовываю через его руку, беру дальний отворот максимально ближе к его шее. Правой рукой беру отворот сверху. Как только я взял нужный захват, моя задача накинуть левой рукой, посмотрите, я накидываю петлю на его шею. Одновременно правая и левая рука взял нужный захват и накинул петлю, правой ногой перекрывая голову, левую ногу накидываю на корпус. И посмотрите, я не на спине лежу, я заваливаюсь на свой правый бок. Правой ногой давлю вниз, левой ногой давлю вниз. Руками тяну на себя, обеими. Правой рукой на себя, левой рукой на себя. Ногами от себя, создаю давление. Закидываю правую ногу и левой ногой сразу фиксирую его корпус. Сразу, поворот вперед, Алекан. Переворачиваюсь на живот и здесь все то же самое. Тяну руки на себя, ноги от себя. Левая рука проходит через его руку, беру дальний отворот максимально ближе к его уху. Ладонь смотрит вниз, четырьмя пальцами просовываю изнутри большой палец наружу. Правой рукой беру отворот сверху. Как взял нужные захваты, левой рукой накидываю петлю на его шею, подтягиваю к себе. Правой ногой задача изгибом колена перекрыть его голову. Накидываю ногу на его голову, левой ногой перекрываю его корпус. Как только я перекрыл ногами голову и корпус, руки тяну к себе, ножки от тебя.